Всех приветствую! С вами Анатолий Мирный. Вы смотрите канал «Независимая геотехника», и здесь мы с вами вместе обсуждаем наиболее интересные вопросы механики грунтов и геотехнического строительства. Сегодняшний ролик будет одним из самых необычных на моем канале, так как помимо теоретического материала у нас будет небольшое практическое занятие с учебным пособием. Я горжусь этим учебным пособием, это, в общем-то, мое изобретение, и я надеюсь, что вам оно тоже понравится. Когда в прошлом году мне предложили в МГУ почитать магистром курс нелинейных моделей механики грунтов, я столкнулся с достаточно неожиданной задачей. В подготовке этих студентов отсутствует курс начертательной геометрии, и поэтому просто так рисовать на доске трехмерное пространство, сечь его поверхностями и так далее не получается. Студенты просто не понимают. В результате я решил изготовить небольшое учебное пособие для того, чтобы наглядно показывать, где именно проходит какая ось, где именно находится какая-то точка и, главное, как выглядят поверхности текучести в пространстве главных напряжений. Вот об этой модели я вам сегодня и расскажу. Ну а чтобы все было хорошо видно, нам придется немного заменить фон. Как видите, у нас с вами сегодня все будет как на заре кинематографа, когда на стену прибивалась простыня и на ее фоне происходило что-то интересное. Сегодня мы обсуждаем теории прочности, а для этого нужно вспомнить, что такое главное напряжение. Если мы выберем в пространстве какой-то условный объем, на котором будут действовать разные усилия, нормальные и касательные на гранях, а потом будем его в пространстве вращать, то можно найти такое положение, когда нормальные усилия примут свои максимальные значения, а касательные будут отсутствовать. Вот эти нормальные усилия, перпендикулярные к граням этого элементарного кубика, и называются главными напряжениями. Как следует из определения, оси главных напряжений проходят перпендикулярно к граням кубика. Соответственно, вот эти вот оси я сейчас и установлю. У нас с вами получилась вот такая вот модель, где три оси – это три оси главных напряжений. Первого, второго и, допустим, третьего. Теперь получается, что вот в этом пространстве любая точка имеет три координаты. Значение первого, второго и третьего главных напряжений в этой точке. То есть, куда бы я ни попал, каждая точка будет иметь такие координаты, и, соответственно, эти координаты обозначают напряженное состояние в данной точке. Если мы выберем точку, которая равно удалена от всех трех осей, то есть находится на оси, проходящей по биссектрисе этого объемного угла, то эта точка будет соответствовать гидростатическому или изотропному сжатию. Все три напряжения равны, то есть мы проводим объемное сжатие данной точки. Ось, на которой располагается данная точка, а вернее даже семейство этих точек, так и называется гидростатическая ось. Вот я установил гидростатическую ось, и я думаю, хорошо видно, что она равно наклонена ко всем трем осям главных напряжений. Любая точка на этой оси соответствует гидростатическому сжатию, то есть объемному сжатию в данной точке. Отсюда следует очень важный вывод. Если мы меняем напряженное состояние таким образом, что точка была и остается на гидростатической оси или движется параллельно ей, то мы проводим объемное сжатие тела. Если же мы меняем напряженное состояние таким образом, что точка смещается по перпендикуляру к гидростатической оси, то мы выполняем девиаторное нагружение, то есть меняем форму данного тела. Если по перпендикуляру форма, если по оси объем. Если наклонно, то и объем, и форма. А на эту тему можно посмотреть видео о траекториях нагружения, которые я уже раньше выкладывал. И вот теперь начинается самое интересное. В связи с тем, что абсолютное большинство материалов разрушается вследствие действия касательных напряжений, то и удаление от гидростатической оси рано или поздно даст нам предельную точку. Ту точку, на которой материал разрушается при таком напряженном состоянии. Если мы все эти точки найдем, то у нас получится некая поверхность, которая называется предельной поверхностью или поверхностью текучести и описывает некоторое условие прочности, то есть принятую гипотезу прочности для данного материала.
Условий прочности существует очень много, но я хочу показать вам самые известные и самые простые из них. Трехмерные условия прочности удобно характеризовать с помощью их девиаторных сечений, то есть плоскостей, проходящих перпендикулярно гидростатической оси. Для одного из наиболее известных и старинных условий прочности, условия Треска-Сен-Венана, девиаторная плоскость имеет вид правильного шестиугольника. Соответственно, надевая этот шестиугольник на гидростатическую ось, я формирую эту самую девиаторную плоскость. В условии Треска-Сен-Венана она не меняется в зависимости от смещения по гидростатической оси, поэтому еще одну такую же плоскость я расположу в зоне растягивающих напряжений, то есть за началом координат. Ну а для того, чтобы получившаяся шестиугольная призма была наглядной, добавим к ней ребра. Ну и вот у нас получилось условие прочности Треска-Сен-Венана во всей его красе. Давайте посмотрим на него со всех сторон и проанализируем, как же оно работает. Условие прочности Треска-Сен-Венана характеризует максимальное касательное напряжение, при котором происходит разрушение материала. То есть при движении по перпендикуляру к гидростатической оси мы достигаем точки, на которой действует максимальное касательное напряжение. Недостатком данного условия является то, что оно работает только для двух главных напряжений, не учитывая третьего, что приводит к тому, что между углами шестиугольника у нас просто прямая линия. То есть мы фактически соединяем 6 крайних точек. Мы не можем с помощью этого условия описать промежуточное напряженное состояние. Кроме того, условие Треска-Сен-Венана совершенно неприменимо к грунтам, потому что оно одинаково работает как в зоне сжатия, так и в зоне растяжения. Поверхность не меняет своего размера и остается постоянной. Поэтому условие Треска-Сен-Венана чаще применяется для конструкционных материалов. Другим хорошо известным условием прочности является условие прочности Мизеса или Мизеса-Губера, как его еще иногда называют. Оно основано на совершенно другом принципе. Предполагается, что разрушение материала вызывается интенсивностью касательных напряжений. То есть есть не какое-то одно касательное напряжение между двумя нормальными, а интенсивность касательных напряжений, учитывающая все три действующих нормальных напряжения. В связи с этим девиаторная плоскость для этого условия превращается в окружность. Аналогичным образом мы можем собрать цилиндр в трехмерном пространстве. Сам фон Мизес писал, что любой материал подобен сосуду, который мы наполняем энергией. Когда энергия начинает переполнять этот сосуд, она начинает из него выливаться. То есть наступает пластическое течение, материал разрушается. Если сравнить это условие с условием прочности Треска-Сен-Венана, то мы увидим, что вот в этих точках на углах шестиугольника они совпадают. А вот здесь вот наблюдается выгиб, то есть условие текучести Мизеса-Губера представляет собой цилиндр, а не шестигранную призму. Как и в случае с Треска-Сен-Венаном, оно не подходит для грунтов, так как одинаково работает и в зоне сжатия, и в зоне растяжения. Кроме того, для грунтов не характерна такая высокая прочность вот в этих трех точках. Если мы забежим немного вперед и возьмем девиаторную плоскость кулона Мора, то мы увидим, что здесь шестиугольник неправильный. Три угла у него, скажем так, дальше отстоят от центра, а три ближе. И вот в этих точках эти условия не совпадают. Грунтовые условия прочности обычно отходят от призм и тел вращения и представляют собой разнообразные пирамиды. Так, например, наиболее распространенное и хорошо всем известное условие прочности кулона Мора имеет вот такую вот девиаторную плоскость. И для несвязанных грунтов начинается из начала координат. Вот так вот выглядит поверхность текучести кулона Мора. Это шестигранная неправильная пирамида, центральная ось которой совпадает с гидростатической осью, а вершина находится в начале координат для несвязанных грунтов.
При определенной ловкости можно даже продемонстрировать упрочнение и разупрочнение, то есть изменение размера поверхности в зависимости от того, как мы движемся по траектории нагружения. Вот упрочнение, вот разупрочнение. То есть материал становится менее прочным, расстояние от гидростатической оси до поверхности текучести уменьшается. И вот опять упрочнение. Не будем оставлять без внимания также и связанные грунты, у которых имеется некоторая прочность на растяжение. В этом случае поверхность текучести морокулона выходит не из начала координат, а из некоторой точки, расположенной в зоне растяжения, точно так же на гидростатической оси. Соответственно, у материала получается некоторая прочность на растяжение. Длина вот этого отрезка известна как давление связанности, а величина, отсекаемая на оси главных напряжений, это сцепление. Как видите, с помощью этой модели можно изобразить фактически любое условие прочности, была бы фантазия. Так, например, у меня есть задумки по криволинейным условиям прочности, таким как, например, в моделях ChemClay. Я в ближайшее время сделаю гибкие трубочки пластиковые, и у нас получится изображать огурцы, вот эти вот цепелины в модели Soft Soil, или такой заостренный огурец, как в модели ChemClay. Мне кажется, что данное учебное пособие поможет студентам проще понять механику разрушения. Тот момент, когда материал выходит на поверхность текучести, изменение этой поверхности текучести и ее механический смысл. Сам я, конечно, очень доволен тем, что получилось, потому что модель вышла наглядная, интересная и разнообразная. А сборка каждого очередного условия при определенной сноровке занимает пару минут, что в условиях лекции вполне доступно. Можно занять эти пару минут какими-то сопровождающими пояснениями. Конечно, я еще дорабатываю некоторые мелкие технические моменты. Например, нужно намагнитить весь крепеж, чтобы хорошо собирались вот эти вот мелкие ребрышки. Но это мелочи, и до начала семестра я успею их доработать. Ну а на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч!